Спектакль поставлен по мотивам одноименной пьесы Генрика Ибсена. В ней поднимаются важнейшие философские вопросы, один из которых – человеческая природа, проблема истинного и ложного пути. Главный герой пытается найти себя и понять смысл жизни. Он проходит длинный путь от вспыльчивого, эгоистичного юноши до глубокого старика, который приходит к пониманию подлинных ценностей. С новокузнецкими актерами работал питерский режиссер Константин Балакин. Несмотря на то, что это их первое сотрудничество, на репетициях царила атмосфера абсолютного взаимопонимания. Как говорят, да, коллективный труд, да, коллективное творчество. Вот тот редкий, по-моему, случай, когда у нас нашелся такой общий язык, контакт с труппой. И мы делаем одно, как нам кажется, важное дело. Герой и Ибсен, и в нашей пьесе он действует все-таки каким-то очень импульсивно и не успевает задуматься. Только, может быть, в конце пьесы приходит какое-то озарение. Работа по оформлению декораций и изготовлению кукол началась еще год назад. Бутафоры детально продумывали образы. Руководила творческой командой также художник из культурной столицы Елена Вершинина. Естественно, сначала много, большой список литературы, там смотришь, ищешь поиск какой-то, чем подпитаться, да. А потом это, когда все этот материал ты на себя вкладываешь, накладываешь. И потом оно само как-то клеится, лепится, там все как с пластилином перемешивается и рождается образ. Спектакль уникален тем, что здесь задействованы не только куклы, но и используется так называемый живой план, когда на сцене играют сами актеры. К слову, некоторые исполняют сразу несколько ролей одновременно. Это тренинг, это всегда полезно, потому что это разнообразие, это разные характеры, разные совершенно биографии, разные жизни. И мне очень нравится, когда это все можно прожить, проиграть за один спектакль. Кстати, возрастная категория спектакля 18+. Премьера состоится уже в эту субботу. Все, кто хочет окунуться в философскую атмосферу произведения Генрика Ибсена, приглашают в новое здание театра кукол «Сказ». Анастасия Дмитриева, Ренат Храмов, Новости ТВН.